16 февраля в библиотеке имени Фазу Алиевой состоялось очередное заседание Клуба Отечества имени Героя России Магомеда Нурбагандова. Цель встречи – это воспитание патриотизма, гармонизация межрегиональных отношений, профилактика экстремизма и сохранение памяти о героях. Данное мероприятие приурочено к 80-летию Сталинградской битвы, 34-й годовщине вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. В преддверии праздника 23 февраля мы решили поздравить наших защитников Отечества. В зале присутствовали почетные гости. Председатель Совета ветеранов Афганистана Магомедарип Якубов, заместитель председателя профсоюзного движения органов безопасности ЮФО и СКФО Вагиф Якубов, начальник аппарата антитеррористической комиссии администрации города Каспийска Муртазали Муртазалиев, ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаудинов и многие другие. Несколько лет тому назад на Мамаева кургана, мать-родина, там торжественное мероприятие было. Там выступал один генерал. В своем выступлении данного торжества там он сказал, если бы не было бы Сталинград, нам 9 мая не видать. Завершилось мероприятие концертной программой, подготовленной юными дарованиями детской школы эстрадной песни. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».